Новые служебные машины получили актюбинские полицейские. В преддверии Нового года сразу на 32 транспортных средства пополнился автопарк местных силовиков. Сколько бюджетных средств было выделено в этом году на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, расскажет Лейла Уесова. В канун Нового года глава региона Асхат Шахаров вручил стражам порядка ключи от служебных автомобилей. Половину машин передали участковым службам городского отдела полиции. По словам акима, обновление материально-технической базы положительно скажется на работе правоохранительных органов. По поручению президента усилим работу сервисной модели, то есть качество обслуживания населения, и совместно с департаментом полиции Актюбинской области с начала года мы выделили 5,7 миллиардов тенге. Заканчивается строительство ситуационного центра на 1,9 миллиардов. Также мы осуществляем покупку специальной техники, что поможет полностью при обслуживании территории. Новые машины предназначены для участковых инспекторов. Сегодня им передали 22 автомобиля марки Hyundai. Еще 10 машин марки «Газель Next» передадут в районы подразделения для перевозки следственно арестованных лиц. Летом мы открыли сервисный пункт полиции. В планах дальше развивать эту модель работы. Также мы приобрели 3 квадроцикла для патрулирования дачных массивов. Из бюджета 1 миллиард 800 миллионов мы направили на обновление автопарка. Всего на эти средства планируется приобрести 93 служебных автомобиля. Такая поддержка позволит успешно бороться с преступностью и обеспечить общественный порядок. По словам главного полицейского области, в регионе созданы все условия для улучшения материально-технической базы правоохранительных органов. За последние 3 года на эти цели направлено порядка 40 миллиардов тенге. В прошлом году за счет государства приобрели 12 единиц автотранспорта. К тому же в июне этого года автопарк департамента полиции пополнился еще на 20 служебных машин. Лейла Осева, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.